Если цены начинают где-то расти, то правительство, местные органы власти должны незамедлительно реагировать. При этом же речь не идет о том, чтобы загнуть цены так, что товаропроизводители или торговля уйдет из этой сферы. Якобы там, знаете, все погибнут, все будут убыточны. Слушайте, там конь не валялся. Там еще столько резервов и зазоров. Там по карманам раскладывается столько денег, что вам, депутатам и другим, не снилось даже. Поэтому не надо даже думать о том, что вот мы влезем где-то, начнем регулировать цены и исчезнут с прилавков продукты. Не те времена.